Всем доброго утра. Вот сегодня 22 июля. Вот. Утро, 8 утра. Думаю, прогуляюсь. Вот. И отвечу на вопросы кое-какие. Вот. Моих подписчиков. Мы воспользуемся моментом. Вот яблочки, вот они, смотрите уже какие. Они сладенькие такие. Вкусняшки. Ну, малышня здесь, короче, доберется до него. Ну, ничего. У нас говорят же, чагалый базар, чагасый мазар. То есть, дом с детьми – это базар. Дом без детей – это мазар, то есть как могила. Вот, лучше пусть их они срывают, кушают. Хотя до верхних веточек они не доходят, а с нижних они берут. Вот виноград с той стороны, наверное, на площадке играли, все сорвали, съели, молодцы. Вечером, когда играются дети. А с этой стороны нет, потому что оттуда руку засунуть сюда невозможно. Инжир поспевает, вот он у меня инжир, вот он, видите, поспевает. Здесь тоже сладкий инжир у меня. Вкуснятинка. Ну, стараюсь вам, конечно, показывать всю Анталию. До последнего кустика. Вот. Даже кладбище я вам показал. Это не то, чтобы это что-то какое-то это под намек, а просто чтобы вы знали, даже как здесь это дело устроено. Вот. Кладбище здесь как действительно как парки. И неважно, где они находятся, вот тот. То кладбище, которое у меня ролики, это Кепези тоже. Здесь покой усопших свято. Поэтому тут внутри сделано все, специальное управление есть, вот, которым этим занимается государственное управление. Вот, управление кладбищ называется. И за всем этим следят. Конкретно следят, убирают, чистят, ухаживают. Внутри как парки. Вот чистота, никакой грязи, ничего. Вот поэтому я вам показал это. У меня, моих сверстников большинство хотят переехать сюда. Они говорят, вот большинство даже открыто говорят, мы хотим даже там остаться уже навсегда. Даже, говорят, последний, чтобы у нас причал был там. Вот, расскажи, как там. И, ну, я вот показал. Не стал рассказывать, а показал. Говорят же, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Можно многое болтать. Вообще, здесь народ добрый. Добрый и чтит своих предков. Не говоря уже историю свою. Я же рассказывал вам, что турки не только свою историю чтят, они чтят свой флаг. У них даже дети с детства знают гимн. Вот. При звучании гимна они все встают, и тишина, молчат до окончания гимна. Даже дети. Вот. И любят свою еду. Вот. Любят свою землю. Это очень хорошо. Я бы не сказал, что они тоже, молодежь особенно, хотят Европу, в Америку. Тоже грязят вот таким вот этим, чтобы европейским лицам. Хотя здесь тоже неплохо. Говорят же человеку, сколько бы ни делай хорошо, все равно он еще лучше хочет. Ну, то же самое и здесь. Вот. Им кажется, что молодежи вообще кажется, что, наверное, за Турцией где-то там это
рай, наверное, вот, на земле. Вот. Молодежь есть молодежь. Молодежь есть молодежь. Вот. Опять мир видит. Вот. Забывая, что здесь тоже очень хорошо. Очень хорошо. Надо ценить свое. Но они ценят, я же говорю, они чтят историю свою, родину свою. Даже, я же говорю, еду свою. Вот. Большинство турков кушает только свою кухню в основном. Рассказывали, что в Москве в Домодедово аэропорту работали. Турецкая компания рабочая. Для них только турецкую еду готовили, потому что они наши готовили. Они отказывались даже выйти на работу, если своей еды нету. Вот. Своей шарбы нету. Своей, например, долмы нету. Своей сарма. Вот. Своих блюд. Вот. Народ, короче, полностью воспитан на патриотизме, понимаете? На патриотизме. Вот. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Ну, доброта у них от рождения, мне кажется. Потому что воспитание, уважение к старшим, к младшим. Я даже у них посмотрел, держат собаки огромные, такие вот это, бойцовые породы собаки. Они не злые. Они не злые. Вот. Они идут на поводке, естественно, как это, но они не злые. Вот. У них вот этот и ротвейлер, и этот американский, эти. Они не злые. Вот. Они как-то воспитаны, что ли. Оказывается, действительно все зависит от хозяина. Какой хозяин, такой и собака. Вот. Ну, работать, конечно, молодежь хочет за большие деньги. Хотя даже за те деньги, которые здесь работают, неплохие деньги, я считаю. Вот. По уровню их, как говорится, цен, это вполне приемлемо. И вот у меня сосед, я же говорю, у него 1800 лир зарплата и четверть детей. Еще машину, это самое, купил. Вот. Ну, естественно, квартиры ему родители сделали, потому что земля была ихняя, и они получили 3 квартиры. Им давали 4 квартиры, одну квартиру не продали. Вот. На простой земле 4 квартиры они получили сначала, просто то, что у них земля была тут. Так что здесь жизнь совсем по-другому. Вот. Те, которые у нас, мы живем, вот Россия, СНГ, если здесь не были, они просто представить себе даже не могут, как здесь по-другому, система здесь другая совсем. Вот. У нас совсем по-другому. Вот. Здесь есть возможность, если ты, например, хочешь что-то свое дело открыть, иди открывай свое дело, работай. Вот. Открывай свое дело, работай. Плати налоги, к тебе никто не подойдет, ни участковый, ни чиновник, ни бандит, никто. Работай, делай, займись своим делом и все. Это не то, что у нас, я же говорю, плати, начиная от участкового, который никаким боком тебе это... Кончая пожарным инспектором, там, санитарным инспектором, там, это вообще нечто. Вот. Вы же видели здесь, я рынки показывал. Вот. Там на рынках вы не увидите вот это вот, как у нас на рынках. Лаборатория там, отнести лабораторию. Вот я в Сочи посмотрел, лаборатория. Туда должны все отнести кусочек своей продукции, чтобы сначала якобы анализ, потом это. Сначала, да еще надо еще зайти в этот рынок. Ты сумей сначала туда войти. Гунайдын, гунайдын. Вот дед проснулся. Тоже. Мы, аркадашлар, диорим, сізде бурда базарлар, ии базарлар бурда.
Sizde burada pazarlar da güzel. Adamlar ne istiyorlar getiriyorlar satıyorlar. Satıyorlar. Her şey var. Hiç bir problem yok. Yok. Her şey bol Türkiye'de. Hiç bir. Bizde pazarlarda getirip satmak istesen orada laboratuvara götürmeli, onlar bakmalı, ruhsat almalı, öyle böyle. Sizde böyle şeyler yok, hiç. Ya bizde tarladan geliyor, bahçeden geliyor, taze taze. Bahçeden geliyor, taze. Primoy, Sakarya'da. Hiç o problemsiz yok, pazara varıyorsun. Abi, problem yok. Ne senin çifti yapıyorsun da, çiftlik. He. Orada yaptın sonra getirdin pazara geldin, problemsiz girdin pazara. Tabii, he. Hiçbir. Orada pazar yerinde yeri var onun. Ha yeri var. Tamam, yerine geliyor, koyuyor, orada satıyor işte. Hiçbir. Проходит, когда и продает, и все. Ruhsat, muhsat, öyle böyle her bir... Yok ya, öyle bir şey. O da bir şeyler yok. Sadece yerini belediyeden satın alıyor. Ha. Mesela getiriyor malını buraya, burada satıyor. Problemsiz. Problemsiz. Ortada yardımcı, mardamcı yok. Yok, yok, yok. Я говорю, посредников, посредников не бывает. Он говорит, нет, говорит. Бізде ярдамчылар. Әр бір жайда... Аранчылар бар сізде. Ну вот, вот такие дела. Видите как? Здесь... Onu ihracatçılar yapıyor mesela. Yurt dışı ihracat yapan büyük firmalar. Ha. Mesela malını sen ona da teslim ediyor. Satıyor. O da 100 ton yapıyor, 30 ton yapıyor, gönderiyor. А это которые говорят, продают в большие компании, они говорят, да, через каких-то пользователей, чтобы отправлять куда-то, говорят, 30 тонн, 40 тонн, какие-то страны, говорят. А так для того, чтобы... Burada ne? Sen Türk vatandaşsan, да? Sen yer almak istersen, yer de alabiliyorsun, ha? Alırsın, tabii. Могут земли взять, все, все, чифтлик. Sen de alırsın, şu olduğu zaman. Ты тоже, говорят, получишь. Vatandaşlığını aldın mı, sen de alırsın. Ты тоже, говорят, получишь. Problem yok. Проблемы нет, говорят. Проблем yok, hiç bir problem. Вот такие дела, дорогие мои. Parayı veren düdüğü çalar. Вот, güzel olsun, güzel olsun. Вот, я же... Вот такие дела, дорогие мои. Я вам... Хорошо, что сосед вышел, у него тоже, чтобы вы услышали от него. Здесь проблем нет, землю получить, если у тебя гражданство есть. Земли иди, получай бесплатно. И иди, работай, короче. Сажай, чего хочешь. У молодежи этого не хочет делать. Молодежь не хочет землей работать. В основном вот это, ну, которые уже земли выросли, они вот, вот этим занимаются. И живут неплохо, это фермера. Вот магазин, на рынках продают. Я посмотрел, неплохо живут. У всех отличные машины. Вот, хорошие дома. Вот. Вот такие дела. Всем хорошего дня. Пока-пока.